С этой музыкой у меня такое чувство, что я пришел на утренник. Ребят, всем привет, с вами Евген. И это наш любимый канал Евген Герус, где мы играем в новые игры в день их выхода, иногда раньше. Я хотел еще вчера начать играть третий эпизод, но мне PlayStation вся эта система просто играть не дала и не дала выкачать эпизод. Ну что же, может быть сегодня хотя бы русский язык будет, потому что вчера мы на английском играли. Ну ладно, ребят, давайте приступим. Больше чем чувство, Джесси и остальные должны прыгнуть в опасную тюрьму с еще более опасными обитателями, чтобы добраться до тайны в самом ее центре. Окей, да-да. Ну что ты будешь делать? Русский язык снова не завезли. Блин, игра вышла уже в России на PlayStation. Алло, где русский язык, твою мать? Ладно, это не проблема. Будем играть так. Будем играть так. Ранее мы в Minecraft Story Mode. Мир может быть очень страшным местом. Враги могут быть больше жизни. И их почти невозможно победить. Но приходит герой Джесси и всех побеждает, правильно? Правильно. Стресс о спасении мира может даже самую крепкую дружбу разбить. И не все будут на твоей стороне. Это наш выбор с второго эпизода. Мы сделаем альтернативный выбор, ребят. Я перепройду и первый, и второй эпизод. Все будет схвачено. Кто-то пытается захватить преимущество. Но истинный герой будет точно знать, что ему делать. И вдохновит других на то же самое. Я даже не помню, чем кончился второй эпизод. Так давно было, месяц назад, если не больше. Самая страшная штука из всех, даже для героя, это узнать, что герой, вернее, враг, ближе, чем ты думаешь. Ох ты, господи, это враг. Он похож на кого-то Именхотепа египетского. Это гребаный Именхотеп. Он, черт, он надел на их красные наручи. Они теперь не смогут фапать. Ребят, кстати, подписывайтесь на канал, если вы новичок. Добавляйте меня в друзья ВКонтакте. Ссылка есть в описании. Я отвечаю на комментарии. ВКонтакте реже, поэтому лучше пишите в комменты. И оставляйте лайки, делитесь этим видео, ребят. Многие такие, типа, Евген, классное видео. Ребят, поделитесь им. Это идет о популярным, крутым и вообще вы будете самыми лучшими. Я считаю, что все мои подписчики, мы зрители, мои фанаты самые лучшие, ребята, правда. Самые лучшие. Я не говорю это в каждом видео, потому что, черт возьми, тогда это уже выглядит так, будто я лежу чью-то жопу, но иногда об этом стоит напомнить. Иногда об этом стоит напомнить. Это что за чертовщина? Постой, я голый? Вернее, я в трусах. А где мои вещи? Перчатка пропала. Надеюсь, что Петр в порядке. Так, надо найти админа и друзей. Гость, пожалуйста, идите по оранжевой линии. Постой, куда ведет оранжевая линия? Гость, пожалуйста, идите по оранжевой линии. Так, где я? Где я? Эй, голос без тела, это я где? Действительно, куда я попал? Тат? Окей, то же самое, дуэль должен идти. Да, да, да. В зону проверки, да, понял. Зона проверки. Ну пошли, зона проверки. Что, как бы, что ты будешь делать? Посмотреть. Тоже. О, что-то новое. Гости должны идти по линии или их обольет лавой. Окей, все, понял. Все схвачено. Посмотрим на линию. А, посмотрите. Оранжевая линия. Я как будто я на таможне в какой-то стране. Ребят, вы сегодня летом куда-то летали? Я нет. Я просто, ну, съездил в Москву и все. Потому что нафиг отлетать, нафиг ваша Турция мне нужна. Не терпеть шару не могу. Админ сказал, вы больше не увидите света. Это что за место такое? Оно из какого-то странного камня, обсидиановые стены. То есть похоже на ад, если честно. Ну, Джесси, как у тебя день прошел? О, было круто! Встретил красного, светящегося, очень мощного противника, который меня запер в клетку. Парня уже просто едет крыша. Лава. И лава! Я уверен, что она течет из веселого места, где светит солнышко. Окей, мы идем по линии. Институт солнышка. Черт, как я угадал.
Институт Солнышко, ребята, мы пришли, солнышко. Господи, что это? Чёрт, я думаю, это чтобы я ускорился. Давай, Джесси, беги. Не, вообще не на большого Хэнка, он просто приветствует гостей. Ну, смотрит, чтобы они хорошо себя вели. Посмотрим. Да, Джесси. Добро пожаловать в институт Солнцесияния. Это место для людей, которых админ посчитал немножко сложным обращением. Я буду твоим стражем. Админ создал это место, да? Конечно. Админ — бесконечный ресурс строительной гениальности, включая этот центр по улучшению поведения. Может, мы даже станем друзьями? Ну так это тюрьма. Мы здесь слово на «п» не используем, вернее, слово на «т» — тюрьма. Но это же тюрьма! Так, мы можем не ссориться. Админ не дает использовать это слово, поэтому не используем. Понял? Вы же понимаете, что его здесь нет, да? Ты никогда не знаешь. То есть, его признать... Господи, что это за культ админа? Почему админ так... Я понимаю, что он админ, но... Почему мы раньше о нем не слышали? Вот что самое интересное. Послушай, что за монстр такой? Что вообще за дичь творится? Вот это просто реально дичь. Что насчет моих друзей? Надо вернуться. Админ надел на одного из них перчатки. Кто знает, что происходит? Он им дал перчатку. О, повезло же. Это значит, что они любимчики админа. Было бы круто. Я думаю, твой друг очень рад. Наслаждается высокой жизнью рядом с админом. Да. Вы вообще не понимаете, о чем говорите. Ой, знаешь, полегче, Джесси. Твои друзья, они вообще никак не такие. Они... Они отправляются в лучший мир, чем ты. Так, подожди секунду. У меня тут еще один гость записан. Постой, кто же? Бородатый мужчина. Описывает себя потрясающе. Очень большой список. Да, это Джек. Твою мать, неплохо! Так что делать с этой тварью? А... Ой, я не успел. А, Джесси. Слава богу, я тебя нашел. Это место. Я знаю, давай бежать. Черт, возьми, так стану за его комбинезон. Эй, слишком опасно, остановите их. Ассоциаты. Мы бежим, давайте, беги, Джесси. Беги с Джеком. Джек, конечно, засранец и вроде бы врет о чем-то. Не могу поверить, что это за беспорядок. И все потому, что я не понял, что ВОЗ и есть админ. Какой же беспорядок. Не мной манипулировали, а смеяли. Давай, не сдавайся. Ты со мной, Нурн еще есть, Петра. Да. И теперь админ захватил и Петру. Я не знаю, как отсюда выбраться. Эй, звоните в колокол! Так, без оружия шансов нет. Тогда бежим. Куда? Туда, где их нет. Telltale Games представляет, ребят. Мне нравится начало, очень интересно. Оставите. Не дайте им добраться до... казармами. Опа, иди сейчас, давайте. О, ребята поцеловались. Вместе с Маджан. О, смотрите, какие ласковые обнимашки это были. Какая милота. Minecraft Season 2. Story. Музычка качает, я отдыхаю на патике. Пью Балтику 9. Все, ладно, больше никаких песен. Давай направо, налево. Да куда-нибудь уже. Нормально. Никто нас не найдет. Все идет отлично, ребят. Кстати, предыдущие эпизоды, которые на канале тоже есть, можете посмотреть по ссылке в описании. Все продумано. Дайте я немножко выпью. Свой утренний кофе. Я с утра проснулся и просто взял и сел за Minecraft Story Mode. Вообще ничего больше не делал, просто взял, прыгнул за комнату, okay. Меня сейчас воняет. Так, окей, надо понять, где мы находимся. Это что за место? Зашучу от меня никогда не понять. Я благоухорос.
Я слишком пью, чтобы пахнуть плохо. Это паучара, это черная вдова, Человек-паук 90. В Человеке-пауке 90-х был такой же вот робот черный, да, очень похожий. Он был раз 10. Так, еще больше странных монстров. А эти, это что, зомби? Это зомби-заключенные. Видимо, это умершие. Умершие заключенные такие, как мы, как Джесси и Джек. Опа, ни хрена себе! Это что, Mirror Search? Неплохо, Джесси, ты прямо огонь. Да эта штука бесконечная. Джек, ты где? Джесси, where are Джесси, you? Ты где? Где же Джесси? Давай, опа, по затылку. Пах-пах-пахся. Really wish I had that gauntlet right about Очень now. Бы хотел, чтобы перчаточка была сейчас на мне. Мы так хотели от нее избавиться, а теперь хотим, чтобы она была на нас. Ну да, может быть, нам не сильно. Ой, господи, что это за штуки? Пауки? Криперы? Ой, господи, это кошмарные твари. Неприятно как-то. Конечно. Почему же должен быть я только один? Их всегда много. О, не-не-не! О, ребятки столкнулись. Ха. И взорвались, потому что это же криперы, они взрываются. Но мне нравится начало, очень такое бодренькое. Прям заходит. Что это? Господи! Назад, 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 он стреляет в вами. Беги от него. Потрясающе. Потерял маску. Ой, это что-то, это что-то такое. О, становится хуже. Опа, опа, на, опа, схва, да, схвачено, да. Двигаешься на отлично. Сейчас нам пизда. А нет, пизда и. Смотри, Джесси! Сможем подняться на стену. И, кстати, увидим сверху лабиринт. Я уверен, что он бесконечный. Мы сейчас поднимемся, и там будет просто... Я угадал, бесконечный лабиринт. Твою-то мать. Голем! Голем! Черт возьми. Нас схватили. 5 минут. И вы уже попытались сбежать. Это просто грубо. Отведите этого в комнату с грибочками. И отрежьте ему его грибочек. Что я сказал? А вот этого ведите ко мне в кабинет. Сейчас. Черт возьми, да Джесси, хватит сопротивляться, бестолку. Эти засранцы уже все, у них все схвачено. У них все схвачено. Музычка. Я что, выполнил что-то? Ух, коренной блюз. Я достижение выполнил. Класс. Почему у него динамит, кстати, стоит за столом? Вы видите там динамит? Я Паша Динамит. Бум-бум-бум-бум. Постой, это карта. Это тюрьма, а вокруг лабиринт. Закрыть дверь, а? Похож на типичного доктора Зло из Инспектора Гаджета. Инспектор Гаджет, доктор Зло. Ладно, я буду добреньким. Sure. Да, конечно. Я стою прям как такой с бицухой. Сухо. Ты и твоя банда заключенных. Они, может быть, еще у них есть надежда. Банда заключенных? А, дай-ка тебе покажу. Постой, то есть я могу следить за ними? Радар, Нурм! Видишь? Здесь, в институте Sunshine, есть два вида гостей. Люди, которые очень сильно разлили админа, то есть ты и твой дружок драчу. И те, кого админ посылает в первую группу, чтобы они вели себя хорошо. Твой друг с очками очень дрочлив для такого худющего парня. Страж, если ты знаешь, что для тебя лучше, отпусти. О, ну извини, но угрозы не попадают в категорию хорошего поведения.
Skinny guy, glasses. Приведите друзей Джесси. Худого парня очки. Веселая история была. Я за ней даже следил. Crazy couple of griefers. Просто безумная кучка гриферов. Было весело. Нет, нет. Грязно. Там все так неорганизовано. Меня это бесит. Джесси. Джесси. Я так рад, что ты в порядке. Я был так. Я так беспокоился. Это место ужасно. Ты рад, что я в порядке? Я рад, что ты в порядке. Ты обо мне беспокоился? Встретьте железного воздыхателя. Постой. Эти решетки из металла, они держат жертву внизу. И на их голову одевается VR-шлем. Бедный парень, мне его жалко. Парень в очках, он же хороший, зачем с ним так? Не пойму, это ли пресс или что это? Я сказал ранее, что ты можешь пойти по его стопам. И это может начаться сейчас. Готов стать... Ты готов стать лучшим, лучше и присоединиться к хорошим парням? А вот как охранник. И приносить порядок в жизни этих бедных индивидов. Где вы, это Джесси? О! Господи, что? Что это? Что это будет? Хорошо, я буду с вами работать. Просто остановитесь. Так приятно слышать. Ой, я историю изменил. Но это было понятно, что сейчас будет момент такой. Ну окей, мы перепройдем. Обязательно. Или нет. Или да, я постараюсь обязательно, ребят, постараюсь. Это было... Это так темно. Легче, легче. Радар. Тебя так зовут? Опыт-то у тебя был еще тот. Не волнуйся. Наш новый охранник, ассоциат, тебя проводит. Джесси, нет. Я не знаю, сколько еще я смогу стерпеть. Времена тяжелые, так давай. Становись крепче. Радар, покажи мне свою силу. Да, это тюрьма. Никогда не показывай страх. Ну. Джесси. Стелла. Что за... Как? Я ценю, что ты меня освободил за льда. Но я не хочу нарушать наши профессиональные отношения. Я же понимаю все. Я знал, что однажды день придет для моего... День возмездия придет для моего... А, вы что, друг друга знаете? О, yes. О, да. Мы раньше были соперниками. Это место тебе подходит. Жестоко, неудобно и никому не нравится. О. Не ревнуй, Джесси. Бедненький. Осторожнее с этим. Страж. О, Джесси бешеный. Он готов на все. Давай, Джесси. Никто не хочет... иметь скучного противника, будь как я. Я же просто сияю. Я только пришла и уже тебе указываю. Разве это не круто? Пойдем, Рэндалл. Это Рад, меня зовут Радар. Я так сказала. Стелла права. Нужно просто следовать приказам админа, и это будет это главное в этой тюрьме. Не находи себе друзей. Так что, может быть, тебе пора передумать. Ты все-таки рыбка побольше, чем свои друзья. Если кому здесь и нужен друг, это тебе. С тех пор, как админ меня сюда послал, я... Не каждый заключенный здесь носит оранжевую робу, Джесси. Да, все правильно, Джесси. В комнату грибов. Да, именно так я хотел сказать. Я для тебя найду работу, страж. Будь осторожен со своими желаниями, Стелла. То есть он намекнул, что он как бы тоже тут заключенный. Только заключенный другого класса, скажем так. Что он как бы командует другими заключенными, но... Сам страж не может никуда отсюда уйти. Что же, ребята, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Мы сегодня пройдем дополнение. Не волнуйтесь, затягивать с этим я долго не буду. Если вам понравилось, оставляйте палец вверх, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями ВКонтакте.